Всем привет! Вы на семейном творческом канале. Сегодня у нас с вами будет обзор покупок. Обзор покупок косметики из компании Faberlic. Я все-таки решилась. Я очень давно хотела зарегистрироваться в компании Faberlic. Раньше я заказывала там продукцию, она мне нравится, но заказывала через консультанта. И решила, наконец-таки, я зарегистрироваться сама на сайте. Что меня привлекло, почему я вдруг все-таки зарегистрировалась, потому что я уже, наверное, в течение года или двух лет хочу это сделать, но все у меня никак не то чтобы не получалось, но как-то вот я все никак не могла довести дело до конца. У них идет акция при регистрации нового консультанта, они дарят 1000 бонусов в подарок. То есть вы покупаете на 2000, а 1000 оплачиваете бонусами со своего счета Faberlic. Это очень крутая акция на самом деле, потому что я накупила здесь на 2000. Если учесть, что у них очень хорошая, такая достаточно хорошая косметика, не дешевая. И 1000 я просто оплатила бонусами со своего личного счета, который мне подарили при регистрации. Поэтому ссылку на регистрацию я кину под видео в описании, если вас заинтересовало, проходите по ссылке, регистрируйтесь, и вам тоже подарят 1000 бонусов бесплатно, и вы можете ее потратить на покупку от 2000 рублей. Я думаю, что мы его полистаем в другом видео, что-нибудь пообсуждаем, вот. И давайте сейчас перейдем к моим покупочкам. Я подумала, что все равно мы в магазинах покупаем себе зубную пасту, покупаем шампуни, гели для душа, мыло. А почему бы мне это не делать на сайте, в интернет-магазине, не получать за это бонусы, не тратить бонусы на косметику. И тем более, что там все различные акции для консультанта, там очень хорошие цены. Если какие-то у меня подружки будут что-то заказывать, то, естественно, я все равно буду отдавать по той цене, которая у меня на сайте. Это абсолютно я не собираюсь на нем зарабатывать. Это я чисто для себя зарегистрировалась, чтобы покупать продукцию именно для себя. Значит, первое, что я вам хочу показать, это вот такая лифтинг-маска экстракт граната Faberlic. Цены я не буду называть, это тканевая маска для лица. Значит, подтягивает кожу, тонизирует ее, улучшает овал лица. Я пользовалась уже, повторюсь, этой косметикой. Косметика этой фирмы, она мне вся нравится. И крема, и гели для душа. И единственное, чем я не пользовалась, это моющими средствами. Но я взяла, купила себе пробники. Кстати, там для зарегистрировавших консультантов также идет акция на пробники. Я купила себе пробники, вы увидите их чуть позже в этом видео. Я купила пробник, по-моему, он не обошелся в 5 или 7 рублей, тоже акция для зарегистрирующих консультантов. Это шампунь для лишенных густоты источенных волос, активный гиалурон. Вот такой вот шампунь, взяла на пробу посмотреть. Следующее, это у нас вот такая маска для лица, шиповник женьшень, очень хорошая вот эта фирма Ботаника, у них и крема хорошие, и масочки, мне нравится тоже эта фирма, я ее уже пользовалась, девочки. Следующая маска, это тоже маска витаминная для лица, манго, папайя. И этой маской я еще никогда не пользовалась, так что попробуем. У меня уже девчонки тоже, мама, закажи нам тоже масок. Также я заказала для мужа попробовать из Faberlic контроль питания. Это протеиновый коктейль со вкусом банана. Следующее, я купила этой же фирмы, как и маска Ботаника, шампунь Faberlic, это два в одном. Значит, взяла с масла крапивый липовый цвет, укрепление и блеск для всех типов волос. Очень классный шампунь, и сейчас вот в новом каталоге он еще идет дешевле, так что еще себе накуплю шампуник. Пускай стоят в большой семье, как говорится, шампуни уходят на ура. И еще взяла шампунь тоже от Ботаники. Мне очень просто нравится эта фирма у них. Это у нас питание блеск, ромашка и кедровое масло. Улучшение от природы. Это для нормальных и лишенных блеска волос. Вот таких две шампуньки. Следующее я купила вот такой дезодорант-спрей для мужа. Парфюмированный дезодорант. В общем,
древесно-фруктовый пряный аромат. Он уже попользовался. Аромат такой легкий, ненавязчивый, очень классный. В принципе, нам понравился. У меня вообще, я очень восприимчива к запахам. Мне очень сложно угодить в этом, но вот этот, он такой нежный. Такой вот прям вот, ну, хороший аромат, в общем. Следующее, я взяла, очень мы любим с девчонками пользоваться гелями для душа. Это вишневый конфитюр, гель для душа, Faberlic. Безумно вкусно пахнет. Пахнет очень вишней, такой черешней, очень такой сладкий, приятный запах. Лакомство для тела, 0 калорий. Также я купила там зубную пасту. Зубная паста, вот такое мягкое отбеливание. Сейчас в новом каталоге на нее тоже очень хорошая идет скидка, девочки и мальчики. Тройное действие. Я себе еще заказала на будущее, пусть лежит. Значит, для всей семьи зубная паста, кислородная профилактика. Еще один гель для душа. Это у нас уже витаминный гель для душа, клюква и земляника. 200 мл, пахнет клюковкой, очень-очень ароматный. Вообще гели для душа у Faberlic очень крутые, мне они очень нравятся. Хотя на самом деле у Oriflame и у Avon тоже гели для душа очень классные. Это же фирмы Botanica, как и шампунь, я заказала себе молочко для снятия макияжа, свежести, комфорт, Василек Гранат. 100% польза ягоды и трав. Здесь у нас 150 мл, молочко для снятия макияжа. Же фирмы Botanica, я заказала два крема, один дневной, другой ночной, фитокрем, хмель и облепиха. Это вообще считается натуральной косметикой. Здесь лифтинг и питание. Написано, конечно, 50+. Но, честно говоря, я не смотрю на эти цифры. И пользуюсь всеми кремами. Что интересно. Ночной отметен черненькой крышечкой, а дневной беленькой. Также от фирмы Botanica я себе заказала фитосыворотку для кожи вокруг глаз, лифтинг и питание. Этим я пользуюсь достаточно часто. По утрам у меня очень сильные отеки из-за плохо работающих почек и многих заболеваний. У меня очень отекают лицо, глаза, и я пользуюсь под веки кремами, вот такими сыворотками. Раньше покупала я от Чистой Линии, по-моему, лифтинг крем вокруг глаз, и он очень-очень, наверное, за минут 10-15 он подтягивал все-таки кожу, не было таких вот явно видных отеков. Не знаю, как этот поможет или нет, но сейчас почему-то у нас лично в городе тот крем, которым я пользовалась, исчез из Улыбки Радуги. Вот, поэтому взяла вот такой на пробу, надеюсь, он мне будет помогать. Ну, как куда же без мыла, купила вот такое классное мыло. Мне очень нравится мыло вот эти фруктовые. Они, конечно, небольшие кусочки, но ими очень приятно мыться. Одну взяла карамельная груша, другой французский десерт. Обычно я, когда приезжаю к маме в гости, ей очень много дарят такой косметики Faberlic, знакомые. И она этим особо не пользуется. И вот я лично там мыло таких кусков 20 домой вяжу. И мы целый год ими пользуемся. Очень классное, кстати, мыло. Заказала себе тушь. Заказала две штуки для себя и для свекрови. Это тушь для ресниц искусства объема. Придает объем. Сейчас покажу вам, какая кисточка. Вот такая вот кисточка. Кисточка очень хорошая, мягенькая, тушь свежая. Уверена, что красит она тоже хорошо. Вот такая тушь. Вторая. Дальше заказала себе вот такой вот корректор для лица. Faberlic. Ну, в общем-то, что о нем рассказывать. Корректор. Есть корректор. И перейдем сейчас с вами к пробникам, которые я заказала, потому что я не пользовалась этой маркой «Чистый дом». Чистящие средства, точнее, для у Faberlic. И решила попробовать. Вот такие небольшие флакончики сейчас для зарегистрировавших консультантов. По-моему, в районе 16-20 рублей стоит. Сами понимаете, это ни о чем. Это концентрат. Пахнет лаймом. Значит, я взяла свежий лайм. Дальше я купила стиральный порошок, это тоже концентрат, то есть здесь этого флакончика хватит на 2, а то и 3 стирки. Взяла стиральный порошок попробовать для белых тканей.
И взяла я его в количестве 2 штук. 2 пробника взяла. И взяла для цветных тканей 1 штучку попробовать. Вообще, конечно, порошки у них не дешевые, скажу я вам. Но если учесть, что это концентраты, на одну стирку нужно буквально немножко, то я думаю, может быть, даже будет и выгоднее, чем мы покупаем пачки порошка в обычном магазине. Также заказала себе 3 пробничка духи. Одни мужские, другие женские. Вообще, потому что очень сложно покупать духи. Вот. Монрио. Аура, так, по-моему, Монрио это мужской аромат. Достаточно такой приятный аромат. Дальше, аура, надеюсь, я правильно читаю. Это женский аромат. Ну, аура для меня такой сладковатый, хотя, когда наносишь на тело, он, естественно, уже по-другому раскрывается. И на каждом, кстати, человеке духи раскрываются по-своему. Вот такой обзор я для вас сняла продукции Faberlic. Я думаю, что дальше я тоже буду что-то заказывать и снимать для вас обзоры. Даже, может быть, буду снимать такие видео, как что мне понравилось, что не понравилось из косметики. Хотя, повторюсь, что вся косметика, когда я раньше пользовалась Faberlic, мне очень нравилась. Каталог Faberlic мы, наверное, полистаем в следующем видео. Вот, я вам его обязательно полистаю. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, до новых встреч!